сегодня на курсе, кулинарном курсе, и мы вот делаем сладости. Таня. Ну и что ж такое? Вот мы вот такое сделали. Это шоколад черный, белый. Да, Аня. Мы потом порежем и положим в кулечки. Вот такие вот кулечки. Видали? Вот такая красота. То, что мы приготовили, мы его поломали. И теперь мы его положим вот в такие кулечки. Да нет, ну хватит шоколад топтать. Давай уже будем делать. Ну это же такое классное ателье. Делаем? Ну вот сейчас мы уже делаем заяк. Вот. Ну а Даня кушает кремаш. Даня, пожалуйста, ну не нужно вот так вот. Нож, конечно, не настоящий, вот, но все равно так сильно вкусно тебе. Да, Даня, Даня делает носики. У нас будут вот такие. Даня, подожди, носики не беленькие, носики красные. Ты неправильно носики сделал. Вот мы убираем вот это. Вот есть вот эти вот конфетки. Вот, вот так, смотри, должно быть. Давай, поменяй. Вот, вот так, молодец. Так. Чем прикольно гемовишь, их можно вот так вот разрезать, они становятся липкими, и их можно приклеивать. Ну что, приклеиваем? Вот у нас такие зайки получаются. Такая специальная съедобная палочка. И из нее Даня сделает нашим зайкам усы. А, ну да, вот такой. Ага. Ну, в общем, вот как-то так получается. Как будто бы из зайца усы торчат. Что получается. Потом будем, у нас тут есть типа как горячий шоколад, и будем их разрисовывать. Все хорошо получается, моя лапочка. Ну да, третьему зайке можно. Ну вот, Даня сейчас с этих палочек что-то сделает. Вот, очень хорошее ателье. Дане очень нравится. И мы после этого еще пойдем еще на одно активитет. Пойдем, да, Танюш? Ой, как у тебя хорошо получается. Он такой смешной у тебя. Потом глазки нарисуем. И ротик. Вот мы сделали таких вот зайков. Зайки уже залезли в коробочку. Мы их закрываем и поедем домой. Вот. Это у нас еще всякие вкусняшки, которые мы приготовили из шоколада. Ну все, закрывай зайцев, Танюшка. Зайцы, пока-пока, мы едем домой. Пока-пока, мы едем домой. Пока-пока, мы едем на надуваны. На надуваны, да, мы едем на надуваны. Тебе понравился твой курс? Да? А теперь мы куда пойдем? Мы пойдем на... Надуваны. На надуваны, да, на жуганплябль. Мы пойдем на батуты. Вот здесь какой-то праздник, и мы решили туда сходить. Ну все, нужно подойти, сказать мадам спасибо за хороший курс. Никакого туалси?